Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Сегодня мы сами первые с вами увидим, что такое Fallout 4. Уважаемые друзья, понюхаем нюка-колу. И даже, может, некоторые и попробуют. Вот такой сегодня будет обзор. А на столе у меня запрет-заказ. Получил я плакат вот такой красивый, вот с такой прекрасной дамочкой. Да, я бы с ней слетал бы в космос. И вот такие значки, уважаемые друзья, я подумаю, пишите в комментариях, мы, может, с вами разыграем среди подписчиков данные значки. Вот она в руках, это коробочка PS4, вы видите, Fallout 4. Субтитры в этой игре на русском языке, озвучки здесь нету. Ну что можно сказать, ребята, скоро мы с вами встретимся уже в игре. А сейчас я быстренько открою и покажу, что внутри. Итак, друзья, открываем. Что мы с вами видим? Сам диск с игрой. В коробочке у нас вот такая карта идет. Интересно. Она вот так раскрывается. Все мы знаем игрушку. Играли, да, на своих маленьких консольках, как я называю. Это телефончики. Это ваши планшетики. Вот такую игрушку. Видите, здесь этапы идут. И вот такая карта Bethesda нам положила. Интересно, интересно, кстати. Итак, уважаемые друзья, вот такое издание у нас сегодня. И мы с вами встретимся уже в игре. Итак, поехали! Итак, друзья мои, сегодня 10 ноября 2015 года. И мы с вами находимся в игре Fallout 4. Да, перед нами вот такой костюм Терминатора. В этой игре я надеюсь его найти скорее и распотрошить эти мерзкие существа, которые существуют в этом мире. И все вы это увидите на моем канале первые. Итак, мы начинаем. Bethesda Game Studio представляет. Радиоактивный дождь 4. Земля. War. Война. War never changes. Война никогда не меняется. In the year 1945, в 1945 году my great-great-grandfather, мой прадед, serving in the army, служил в армии. Wondered when he'd get to go home. И гадал, вернется ли он домой к жене. И сыну, которого еще раз никогда его не видел вообще. Его желание сбылось. Когда США завершили Вторую мировую войну, сбросив на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, мир замер в ожидании ядерного апокалипсиса. Но случилось чудо. Мы стали использовать атомную энергию не в военных, а в мирных целях. То, что раньше казалось уделом фантастов, бытовые роботы, машины на термоядерном топливе, портативные компьютеры, все это стало реальностью. Но уже 21 век. Американская мечта рассеялась, как дым. Годы безумного потребления привели к истощению запасов всех природных ресурсов, на всех не хватало. Мир затрещал по швам. Сейчас 2077 год. Человечество стоит на пороге новой мировой войны. И мне страшно.
For myself. Страшно за себя. For my wife. За жену. For my infant son. За маленького сына. Because of my time in the... А время, проведенное в армии, за то время я что-то все же обдумал один вариант. It's that war. Война. War никогда never не меняется. Changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the veterans hall tonight, hun. You think? Итак, друзья мои, вот здесь мы с вами видим такого господина, который смотрит на себя в зеркало. Здесь с правой стороны от него, слева от нас, его супруга. Видите, здесь можно играть и за мужчину, и за девушку. Что мы здесь видим? Первое, мы можем поменять лицо мужчины, например, или лицо, видите, дай-ка мне подойти к зеркалу. Или мы можем играть за девушку. Так что не волнуйтесь, уважаемые дамы, и вам будет тоже интересно в этой игре. Вы можете играть и за дам. Итак, мы все же мужчины, выберем молодого человека. Все вы прекрасно знаете, как это делается. Не буду вам, так скажем, морочить голову. Каждый выберет свое лицо, которое больше ему нравится. Я сейчас создам и потом вам покажу. Итак, друзья мои, вот такой персонаж у меня вышел. Я, конечно, не стильный там дизайнер по штопанию лиц, но мне нравится. Вот такой вот персонажик. Смотрите, слева, справа. Даже шрамики имеются. Шрамы украшают мужчин. Итак, поехали. Instamash, fancy lad snack cakes, Blamco mac and cheese. Expires in never. Your coffee. What? Thanks, Kazuo. Of course, sir. Давайте попробуем с ним поговорить, с этим роботом. Итак, робот занят. Можно посмотреть, видите, и газеты, и все в этом мире у нас. More the same. Все актуально. Grognak the Barbarian and the Jungle of the Bat Babies. My favorite. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. What now? And demo one today. And now for a brief look at the local women. Сели на диванчик, посмотрели, да? С чем мы можем позаимствовать, так скажем, в этом мире? Наверное, вот, приемничек можно включить. Наверное, надо подойти, может, к супруге что-то. Она скажет, она нам... Нора. Нет, взаимодействия нету. Она просто говорит, наверное, надо что-то попробовать подойти к двери входной. Давайте посмотрим, где жилище вот это вот, где здесь у нас что находится. Вот маленький ребенок здесь есть. Шон, мальчик. Попробуем поиграть с ним. Ой, какой пупсик. Вот, вращается игрушка. Ему нравится. Шончик. Ку-ку. Так, с этим все понятно. Видишь, нам надо дверь открыть. Супруга что-то там говорит, надо... Что-то дверь открыть входную. Какой-то мужик там стоит. Ну-ка, давай. Hello. В Скайриме такое у нас меню было, уважаемые друзья. Но эти разработчики, да, у нас как бы имеют непосредственное, скажем, влияние на эту игрушку. Поэтому здесь мы видим, проследуется эта линия. Итак, Voltec. Давайте нажмем треугольник. Voltec. Что за хрень? Да вы, сэр, не знаете. Это такая компания, которая предлагает вам спрятаться в одном из убежищ. Вы, в принципе, если нам заплатите денежку, мы готовы вас, так скажем, туда, в это убежище опустить и доставить, и вы будете живы со своей женой, ребенком и так далее, и так далее. Так что я вам советую прислушаться ко мне, потому что угроза мира
наступает. Итак, уважаемые друзья, вот на этой ноте мы с вами закончим первый мой выпуск знакомства с этой игрой. Так что смотрите меня на моем канале, скоро выйдет второй выпуск, и мы с вами увидим, как же продолжилась жизнь нашего героя. Всем удачи и до скорой встречи. Пока.